Всем привет. Всем привет. У меня тут девчонки, красотульки. Сейчас мы вам анекдот расскажем от нас, ото всех. Но сначала мы покажем, что у нас Егор с Майкой сделал. Иди сюда, Егор. С футболкой. Мы только футболку покажем. Да ладно тебе, я тебя не буду. Подними голову тут вверх, подними. В общем, вот. Вот у нас такая красота. У нас теперь майка модная, дизайнерская. Да, с рваным воротом. Пока еще не объяснил, зачем. Можешь объяснить, Егор, или пока нет? Не можешь пока объяснить? Ну ладно, потом объяснишь. Вот, а анекдот у нас такой. Это у нас от папы анекдот. Он мне сегодня в машине рассказывал, когда за мной на работу приехал. Говорит, в общем, я сегодня с ними с грехом пополам сделал уроки. Ну, так как он дома был сегодня с ними. Вот. Делал он с ними уроки. В общем, что вам нужно было сделать, Васюш? Нужно было слова здесь придумать, да? Да. Из данного слова придумать другое слово. Я здесь сделала одну ошибку. Жанна меня посмотрела. Подожди. Ты все сразу выдаешь. В общем, Вася это все сделала. Снежана сначала вроде как у нее не получалось. А потом тоже сделала и принесла, показала папе. Оп. Называется «Найди два отличия». И здесь такая же ошибка. В общем, она переписала все, как у Васи. И даже переписала ее ошибки и также их зачеркнула. А зачем думать-то, если есть у кого списать? Вот так вот. Вот Василисе, наверное, в голову бы не пришло списывать. А у Снежаны вот это вот прям врожденный у нее. Она и контрольную первую. Васюша справилась с контрольной. Первая входящая была, скажем так, полярно. У нее между пятеркой и четверкой было. В общем, ну такая четверочка. Вот. Снежана почти на отлично справилась. Егор на троечку. Ну, как-то это все так прошло, и я долго размышляла и думала, как это так? Снежана написала такие ответы, на которые она, в принципе, не могла знать даже, ну, не могла она знать этого. Потом до меня дошло. Она списала у девочки, с которой рядом сидела. Вот и все. Она сидела с Соней Буровой. С Соней она сидела, да? Ну, в общем, она у Сонечки списала. В общем, вот такая у нас Снежана умничка. А у нас сегодня распаковка, мы давно не снимали продукты. Так, вы мне только не мешайте, ладно? Не суфлируйте. Сейчас я вытяжку закрою, а то она очень сильно шумит. Так, вытяжку мы закрыли. Жан, не шуми табуреткой. В общем, мы закупаемся в магазине «Адмирал». Нам очень нравится этот магазин. А начнем с того, что мы... Это что такое было? Машина. Стиральная машина. Третий раз уже отвлекаюсь. То вытяжку надо выключить, то посудомойка запищала. И мелкие мне тут еще шумят, мешают. Но ничего страшного, мы справимся. В общем, мы закупаемся в нашем местном магазине. Называется он «Адмирал». Нам очень нравится. Так, начнем с того, что мы не выполняем мы наказ Силуанова господина. Он рекомендовал, особенно пенсионерам, ходить в супермаркеты со своим пакетиком, ну, чтобы экономить. Вот. А мы каждый раз покупаем. Ну, большой пакет майка в нашем «Адмирале» стоит 3 рубля. В общем, мы не экономим. Такие вот мы, да, мы покупаем этот пакет. Но, кстати, я так ехала дорогой и думала, мы можем экономить на других пакетах. Мы можем нашему региональному оператору, как раньше, помните, мусор выбрасывали? Бежишь так с ведерком, опа, в мусорку. Все, что там есть, все так вываливаешь. Мы можем опять не пользоваться пакетиками, если что. Ну, если будут опять просить экономить. Ладно, шутка не удалась. Поехали, что мы купили? В общем, мы... Что тут мне опять положили свои крышечки? Убирайте. В общем, мы любим вот такие вот хлебцы. А сейчас они у них со скидкой идут. Я потом назову цену. Очки одену, посмотрю в чеке. Так, сайру. Сайру мы берем гостовскую, чтобы на крышечке было выбито. Вот так вот.
цифры, в общем, да, тут сайру берем. Чай импра рассыпной мы завариваем, нам нравится. А, салат, йогурт греческий. Егорка, возись потише там, ты возишься как слон. А, молоко в этот раз Сергей Витальевич взял, баба Маня. Так, сметану взяли, ну эту сметану мы на блины взяли. Так, кошкам я взяла чаппи, да, я беру кошкам собачий корм, он дешевле получается. У него вес в пакетике больше, а цена такая же. Масса 100 грамм. А цена такая же, как у кошачьего. И кошки едят с удовольствием. Так, огурчик взяла. Не знаю еще, куда мы его используем. Может, и с улиточками поделимся. Может быть, салатик какой-то сделаем. Но сейчас они невкусные, огурцы. Мы их так только используем частично. Сыр. Сыр. Ну, здесь цену сейчас я сфокусирую. Видно будет. Вот такая цена на сыр. Львиное сердце. Так, бедро куриное, тоже цену видно, вот 139 рублей за килограмм. Так, овсяные хлопья, хлопья кукурузные, корм в виде звездочек, рис краснодарский. Ой, так, сейчас цена за рис у нас 45 за килограмм в нашем регионе. Рис пропаренный Индия. 53,90 за килограмм. Так, пшеничная. 19,90 крупа. Ну, это мы филе варим. Кстати, мы иногда тоже такую кашку, бывает раз в месяц захочется, варим. Так, крекер. Отпустите кису. Не трогайте кису. Че купили, рядом стоят, спрашивают. Где твои, че купили? Вот они все тут, кроме Леры. Миша еще сзади пришел. Так. Печенье вот такое. 193,90 за килограмм. Конфетки Нива 279,90. А, не было в магазине нашего сливочного масла, которое мы все время покупаем. Мы берем Боговарова, его нет. Взяли попробовать вот такое зеленое село. Я там посмотрела, аж из Удмуртии привезли. Вы представляете? В такую даль, в нашу Ивановскую область, везут сливочное масло, чтобы только нас, проглотов, прокормить. Сосиски взяли на завтра, на утро. 90... Так, нет, это сумма получилась. А цена 209,50. О чем я еще не сказала. А, вот еще колбаску мы такую покупаем. А, нет, мы ее взяли попробовать. Балыковая. Так. И одеваю очки по ценникам. Это для тех, кто сравнивает вот по регионам цены. Я все раньше без цен говорила, но смотрю, кто-то называет. Так, звездочки, готовый завтрак у нас 72,27. Хлопья кукурузные 47,90. Так, печенье мы говорили, конфеты там на ценниках видно. Пакет, я сказала, особо в самом начале. Так, огурцы. А, вообще на ценнике они 99 рублей, но так как у нас крутая скидка в 3%, то 96,70 нам они обходятся. Так. Дальше, что там у нас еще? А, молоко у нас по 42,90 вышло. Миш, возьми пачку молока, посмотри, чье оно. Мне просто интересно, откуда нам его тоже привезли. Так, сметана Фрау Марта 49 рублей. Написано по ГОСТу, но мы ее проверяли, в общем, растительный жир там присутствует. Так, хлебцы, злаковый коктейль 40,90. Московская область, Щелковский район. Да. Угу. Деревня Серпово. Вот, спасибо вам, кормите нашу Ивановскую область. А то у нас вообще что-то все не работает. Ни фабрики, ни заводы. И села молоко не производят. В общем, бездельники мы все. Так, сыр. А там на сыре была цена. Так, вот масло крестьянское 89,90. Ну, цена такая же, как у Боговарова. То тоже где-то в пределах 90 рублей было. В общем, попробуем его на вкус. Так, ну на крупы там цены были на этих, на пакетиках. Йогурт греческий 31,90. Все. Общая сумма ценника у нас вышла 1784. Ничего лишнего нет. Не шикуем.
Голодом мы тоже пока не сидим. Слава тебе, Господи. Вот. Но что хочу сказать. Пакет тот же самый. Набор продуктов тот же самый. А ценник по сравнению где-то с летом вырос, наверное, на 200 рублей. Вот что мы набираем. Мы не берем еще пока картошку, морковь, свеклу. Это все у нас свое еще не закончилось. Ну вот капусту мы уже, конечно, покупаем иногда. Что мы еще в этот раз не купили? Яйца у нас еще есть. И мясо мы в этот раз не покупали, кроме как вот бедрышков. Сейчас приготовим. Мясо тоже в морозилке. Ну, мясо мы не в магазине, а на рыночке покупаем. На нашем местном рынке. Ну все, наверное. Анекдоты мы рассказали по прописи, да? Футболку показали. А что ты мне тут? Еще один чек. Чай пропустили с колбасой. Вот, видишь, Егор. Это ты, наверное, чек у меня утащил, да? А, он на полу валялся. Простите, я еще не прочитала цену на колбасу балыковая. 356 рублей за килограмм. А чай импра 65-50 за пачку. Так, да, и сайра натуральная. 54,90. Ну вот, смотрите, сравнивайте, как у вас цены, как у нас. Наш регион, это Ивановская область, и очень часто наш регион еще называют депрессивным. Это я слышала от каких-то чиновников в какой-то передаче такой, знаете, ну где только болтают, болтают и болтают. Все кипят, шипят и пузырятся, а толку от них там нет. Ну все, всем пока. Спасибо, что были с нами. Девчонки, пока-пока скажем. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Девчонки устали. Они из секции. Егор тоже устал. Всем пока-пока. В модной рваной майке. Миш, зацени. Тебе слабо такую майку сделать? Угу. Дизайн от Егора. Сегодня утром была нормальная, кстати. Я ее вчера еще такое видела. Он еще вчера сделал? Да, я вчера. А, сегодня же утром он школьную одевал. Да, я уже это, простите, уже запуталась. Утром-то он был в школьной, потому что у них... У вас сегодня физкультура была? Да. Да, все правильно. Он одевал школьную футболочку. Ладно, опять мы тут наболтали столько, да? Егор, пока ты скажи всем. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.